Английские идиомы, фразовые глаголы, устойчивые выражения, часть сотая, part 100. Действительно, мы с вами уже много прошли, уже вот сотая часть, мы с вами все подробно разбираем, не ленимся, смотрим и выражения, примеры, перевод повторяем, но в принципе по плану где-то около 400 таких частей, чтобы охватить вообще не только буквы английского алфавита, которые мы с вами изучили, A, B, C, D, E, F, сейчас у нас будет буква F, а вообще обходить самые нужные фразы, выражения, устойчивые словосочетания. Мы с вами все это охватим. Еще вот, в принципе, где-то сделано четверть, чуть меньше. Но я думаю, мы в скором времени закончим этот плейлист и перейдем к следующему. Но на самом деле, это очень неплохая база. Можно возвращаться к этому плейлисту снова и снова. Окей, тем не менее, двигаемся дальше. Face a problem. Столкнуться с какой-то проблемой. Face – это лицо, и face – это проблема. Значит, We faced a very difficult problem. Мы столкнулись с очень сложной проблемой. We faced a very difficult problem. We faced a very difficult problem. Но мы смогли ее решить в конечном счете. But we managed. Manage – это смочь что-то сделать. Manage – это управлять. И manage – смочь что-то сделать. But we managed to solve it. Мы смогли решить ее. But we managed to solve it in the end. So, we faced a very difficult problem, but we managed to solve it in the end. Face a situation – столкнуться с какой-то ситуацией. Например, he faced a very unpleasant situation. Он столкнулся с очень неприятной ситуацией. He faced a very unpleasant situation. Далее, face to face. Значит, с глазу на глаз, то есть лицом к лицу. We met face to face. Мы встретились с глазу на глаз. We met face to face. Ну или лицом к лицу. Есть дословно. Fall behind. Отставать. For example, she ran very fast at first. Она бежала очень быстро в начале. But then she got tired. Затем она устала. But then she got tired. She got tired и отстала. Вот fall behind – это отставать. But then she got tired and fell. Используем вторую форму. And fell behind. So, she ran very fast at first, but then she got tired and fell behind. И fall down – это упасть. В принципе, аналог fall. Например, he fell down – он упал и повредил свою ногу. He fell down. He fell down. And hurt. He fell down and hurt his leg. He fell down and hurt his leg. Okay? Let's have еще раз все повторим. Face a problem. We faced a very difficult problem, but we managed to solve it in the end. Face a situation. He faced a very unpleasant situation. Face to face. We met face to face. Fall behind. She ran very fast at first, but then she got tired and fell behind. Fall down. He fell down and hurt his leg.